Нет, есть еще одна гонка. Я сейчас перекушу, а на обратном пути встретимся, если захочешь.
ушла. Бросайте погоню. Проверю, что пишут в соцсетях. Может, еще где-то проходят незаконные гонки. А это что, не учебная миссия? Если бы я знал, что дело всерьез, давно бы догнал цель.
Хорошие новости. К вам идет подкрепление. Эй, Сэй, держать напор!
праздник без разбитой в хлам тачки. Не бойся, уверен, страховка все покроет. Ха, шучу.
Привет. От Лукаса, да? Да, ты хотел встретиться. О тебе много говорят, и, видимо, есть причина. Ты вроде не фанат гонок. Да, не фанат. Я больше ценю гладкость вождения, не скорость. Давай на пассажирское. Я тебе покажу. Погнали! Так, прибавим газу, чтобы резче входить в повороты. Чтобы войти в дрифт, нажми на газ и рули. Добавь еще газу, чтобы удержаться. Давай еще. Жмем на газ и рулим. Затем поддерживаем скорость. Еще разок. Жмем на газ, потом еще. И руль в бок. Так, хватит болтать. Кому-то пора за руль. Сначала разберемся, как дрифтовать. Дави на газ и контролируй движение. Попробуй удержать дрифт. Чтобы увеличить занос, руль в обратную сторону и жми на газ. Чтобы уменьшить, руль в сторону заноса и поменьше газа. Вот это мне уже нравится. Давай еще. А ты умеешь управлять этой машиной? Попробуй еще. Когда машину начнет заносить, удерживай ее. Хорошо. Давай над стилем поработаем. Набирай скорость и вали боком так долго, как сможешь. И если хочешь похвастаться, рули как можно ближе к заграждениям. Не очень. Следи за поворотами. Скольжение. Я бы еще раз на такое посмотрел. Ладно, с уроками все. Как насчет... Помни, чему я учил. Сперва мощно дави на газ, а затем рули и не теряй контроль. Круто!
получается! Даже жалко, что это закончилось. У тебя неплохо получается. А ты неплохо с этим справляешься. Пилотаж. Говорили, что ты профи, но твое вождение меня тревожит. Заскочу в гараж и подберу тебе новые шины. Посмотрим, на каком ты будешь уровне с хорошей экипировкой. Спасибо. Не за что. Наберу, как все будет готово.
как там Уэйн? Познакомил тебя с искусством дрифта? Хорошие новости. После гонки с лихачами о нас заговорили. Если все еще хочешь в лигу, это наш шанс. Да, хочу, но после случившегося... Слушай, тот гад забрал мою тачку, но я не сдамся. Я верну машину и буду снова в деле. Есть тут одна команда, которая всех рвет в пух и прах. Называют себя дримкиллерами. По слухам, лига их заметила. Давай надерем им зад и займем их место. Когда начнем? Ты для них пока никто. Иди и заработай репутацию. Я буду на связи. Привет, это Уэйн. Я тут кое-что подыскал, если тебе это интересно. В этот раз нормальная трасса, все серьезно. Заскочи ко мне, будет весело.
жарко. Преследую водителя Митсубиши Эволюшн. Домой поедет на автобусе. У нас тут водитель, которого надо усилить. Погоним. Thank you.
недавнего нарушителя. Возобновляем погоню. Диспетчер, мою машину сильно потрепало, я все. Нарушитель решил поиграть в прятки. Найдите цель. Хорошо начиналось. Ничего, я смог спасти пару деталей из этого металлолома.